84-49. Таким счетом завершился третий и последний матч финальной серии российской суперлиги. Университет Югра не оставил шансов на золото и Иркуту. Домой наша команда возвращалась с кубком победителей и медалями высшей пробы. К болельщикам присоединились чиновники городской администрации, руководитель авиакомпании «ЮТЭР» Андрей Мартиросов и глава «Сургута» Вадим Шувалов. Наших героев с победой еще раз! Югра! Югра! Чемпион! Универ с победой! Югра! Чемпион! Универ с победой! Игроки, по собственному признанию, не ожидали столь внушительного десанта сургутских болельщиков. Лучший центровой суперлиги Александр Савенков отметил, что играть для таких преданных поклонников баскетбола – одно удовольствие. Мы, конечно, ожидали, что встретят, мы не ожидали, конечно. Вот. Ну, сложный был сезон, что сказать. Ну ничего, все прошли до конца, как и хотели. Бились за самые высокие цели. И вот ее достигли. Спасибо вам, вы были шестым игроком на площадке, очень помогали на домашних играх. Они были сложные, не всегда у нас все получалось. Но мы везде лучше. Очень долго ждем этот день, это золото. Я очень рад, что это наконец получилось. Спасибо всем, спасибо игрокам и тренеру за доверение. Спасибо вам, болельщики, которые были наш шестый игрок на площадке. Спасибо всем. Это наше золото, это наш день. Мы самая лучшая команда. Ура! Ура! Болельщики организовали в аэропорту настоящую фан-зону. Изготовленное шампанское налили в чемпионский кубок, из которого пили все новоиспеченные победители суперлиги. Наставник сургутян Сергей Ольхов поблагодарил за помощь и поддержку партнеров, спонсоров, болельщиков. Всех, кто оказался причастен к большой победе. Последний раз медали высшей пробы университет выигрывал в 2004-м. Тогда, правда, турнир назывался иначе – Суперлига А. В первую очередь это поблагодарить губернатора нашего округа Наталью Владимировну Комарову и правительство округа. В этом году не очень... как говорится, был тяжелый год, и поэтому были у нас и радости, были и печали. Эту победу мы посвятили, конечно, губернатору. Сейчас команда отправилась в отпуск. Подготовку к следующему сезону университет Югра начнет ближе к осени. Сергей Ольхов отметил, что хотел бы сохранить весь чемпионский состав. Дмитрий Круховец, Денис Зонов, Сургут Интерновости.